пуск, который и создает энергию. При помощи снабженного мотором колеса шестиметровую стальную трубку превращают в спираль. Спираль скрепляют стальной проволокой, пропуская проволочные петли между витками для создания небольших зазоров. Когда топливо сгорает в камере, жар распространяется с внешней стороны витков и между ними, нагревая воду внутри трубки быстрее и эффективнее, чем при контакте только с верхней и нижней поверхностями. И результат – перегретый пар всего за 5 секунд. Нужны 6 таких спиралей, каждая для питания одного цилиндра. Эта стопка спиралей образует первичный теплообменник двигателя. Для проверки используют любые виды топлива, даже отходы, такие как отработанное моторное масло и использованное растительное масло из фритюрниц в ресторанах. Подойдет практически все, что горит. Топливо сгорает при низком давлении, а не при высоком, как в бензиновом или дизельном двигателе. Это означает, что горение идет на производство.